Я совместил 5 ночей у Фредди и смешариков, чтобы создать игру 5 ночей со сферами. Включаем Unity, придумываем название и начинаем создание комнаты охранника. Накидываем на стены текстуры, наполняем помещение мебелью и декором. Ставим кнопки для управления дверями и светом. Выключаем солнце и расставляем лампы. Теперь разработаем другие комнаты. Столовая, сцена, санузел, инвентарная и детская. Добавляем туда камеры с различными эффектами, рисуем мини-карту всего здания, добавляем немного пользовательского интерфейса и приступаем к моделированию самих смешариков. Создаем Кроша, Копатыча и Карыча. Накладываем на них текстуры и пишем скрипты для их передвижения. Заходим на сайт Миксама и ищем анимацию для скримеров. Настраиваем ее в Unity и тестируем игру. А поиграть в нее вы сможете по ссылке в описании.